Я предлагал это еще 3 года тому назад, когда был в общественной палате, что власть должна выехать из Кремля. Можно оставить там символический кабинет президента, а ФСО и все другие структуры должны оттуда выехать. Дело в том, что Москва лишена центра. Вот ты приезжаешь там, в Варшаву, в Старое Место, то есть центр города, он абсолютно открыт, он пересекается, там концентрируется такая туристическая активность, там собирается молодежь. То есть мы этого центра лишены. Поэтому если откроется Кремль, для Москвы это, ну, считайте, 1-2 миллиона дней туристов в году. То есть, ну, я просто занимался этой темой. То есть Москва не добирает по сравнению с Питером где-то вот около 2 миллионов туристов именно за счет того, что некуда возить. Вот. Поэтому я считаю, с экономической точки зрения, с точки зрения города, это было бы замечательное решение, и то есть это все можно приветствовать. Там вопрос дальше, что такое восстанавливать, да, потому что у нас же восстанавливают там хорошо, плохо, но сегодня есть в городе какие-то более-менее профессиональные люди, можно надеяться, что это будет хорошо. Поэтому я за то, чтобы полностью вывести все службы президентские из Кремля, и администрации президента, и ФСО. ФСО занимает там очень много территории.